Терпеливо ждут выхода в свет. В Казань Зигфрид и Аделия приехали из Краснодара. Сейчас им около года. Этот далекий путь до новоселья птицы преодолели специально для казанского парка «Черное озеро». Окрасы имена лебедей тоже выбраны не случайно. Это очень любимый горожанами парк. Мы решили, что такие два питомца будут здесь очень к месту. И следуя аналогии названия парка «Черное озеро», мы решили, что это будут черные лебеди. Оглянулись и грациозно опустились в воду под громкие аплодисменты. Новоселье вместе с Аделией и Зигфридом сегодня праздновали и казанцы. Несмотря на погоду, пришли, посмотрели. Красивые? Очень. Очень понравилось. Мы из Челнов приехали. Они такие нежные. Вы знаете, очень трогательно. Прям слезы на глаза наворачиваются. Для царских птиц королевские условия. Пару лебедей будут регулярно проведывать орнитологи. В вечернее время в парке будет дежурить охрана. А для горожан приготовили памятку с правилами поведения при общении с птицами. Самое главное для жителей города, если они захотят подкармливать птиц, не давать им какие-либо вредные готовые продукты, особенно именно человеческую пищу, готовую еду. В том числе различные хлебобулочные изделия. Кормить можно только растительной пищей. Для тех, кто захочет подкормить птиц во время прогулки, в кофейне при парке можно купить порционные овощи. На зимний период птиц переместят в теплое помещение, а на летний период для Зигфрида и Аделии построили специальный дом. Казанские архитекторы изготовили его в белых тонах специально для парка «Черное озеро». Алина Мусина, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.